Теперь, чувачки, с вами Алскел. И со мной сегодня Настя. Всем привет, чувачки. Да, сестра моя сделала гендерный переход. Теперь у меня два брата. Вот чем занимается в вашем Таиланде. Ну, сразу видно, в Таиланд переехал и сразу... Бой! Сегодня мы с Настей будем играть в прятки. На этот раз она будет прозрачная, и я должен буду ее находить каждый раз. Да, я прозрачная, я в Тае живу. Настя, не слишком часто хвастайся. Да, Настя, конечно, не будет. Сегодня мы будем играть с вами. Так что, если ты еще не подписан, обязательно подписывайся. На канал Насти, ссылочка в описании. О, все зашли, какие же вы молодцы. Так, сегодня мы будем искать все Настю. Антон, ты заметил, что у тебя все фул девушки? Ты один против всех девушек. Давай, во-первых, выберем режим. Я вас всех найду, всех девушек найду. Какой мы режим выбираем? Мы выбираем заморозить. Давай заморозить, давно не было заморозить. Нет, я хочу тебя убить сразу. Поэтому давай зомби. Давай стандарт для самого начала, потому что я тебя должен найти. Я был 3 раза прозрачным. Я знаю все нычки на этой карте, где можно быть прозрачными, чтобы найти тебя. Ты, если что, просто так 6 робуксов только что потратил, но это ладно. Я богатый. Лаборатория, неплохая карта. Хорошо, что я меняю. Мы будем искать ее в магазине. Ну ладно, давай, поехали, я буду овощем, мне не привыкать. Так, шанс искателя всего лишь 42%. Кто же будет, кто же будет, кто же будет? У меня 0%. Я буду искателем. Я тебя найду. Ты меня не найдешь ни за что на свете. Настя... Я забыл, какой у меня скин крутой. Босс молокосос. Короче, если вы не смотрели ролики про прозрачность, Настя полностью прозрачная, все, кроме головы. Голову, к сожалению, прозрачной нельзя сделать. Мы пробовали. Все лайфхаки перепробовали, не получилось. Но вот этот вот монстр сейчас найдет Настюшу. Какая бы она прозрачная ни была, где бы на свою голову не ныкала. А тут ты понимаешь, что есть проблема. Какая? Ты прозрачная? Из-за того, что ты ищешь, а как бы я прячусь, за мной бегает абсолютно все. А я всем говорил, не надо, не стоит. Они сами решили так. Ладно, хорошо, так поехали, у нас сейчас время закрытия уже уменьшается. Самое главное, что я выбрал карту, которую я знаю, чтобы тебе первый раз точно найти. Я постараюсь вообще... А, у меня же есть модерка, да? Ой, сразу -2. Это было легко, да. Они просто никуда не ходили, спасибо большое, я вас убил сразу. Так, я знаю здесь все нычки. Че, тут никого нет, все монетки хоть тебе соберу. Короче, я эту карту знаю наизусть. Вообще, все нычки, все прям крутые нычки знаю. И мне кажется, ты пошла в холодильник сразу, с самого хода, потому что это самая такая, типа, зона рок-н-ролла. Так, я вижу еще одну девочку там вверху запряталась. Так, она думает, что я ее не найду. Думаю, что я буду постоянно в холодильнике прятаться из-за того, что я живу в Таиланде, и мне жарко, и я хочу охладиться. Настя, которая не хочет акцентировать на том, что она переехала и живет очень шикарно. Но я не буду никак больше комментировать. Где ты? Так, я, короче, возле тебя. Ага. О, господи, что с твоим скином? Я очень... Что это? Я босс-молокосос. Типичный охранник. У нас, короче, тут рядышком есть заведение Фэтбой. Вот ты сейчас похож на Фэтбоя. Ну, хоть не на Леди Боя, уже радует. Смотри, ты даже не пролазишь, Антон. Так, а где ты можешь быть? Вот мне интересно. Я все коины, конечно, собираю, это прекрасно. А ты вообще хоть кого-то нашел? Да, я сразу нашел 2. И все, кроме тех 2, как бы. Ну, не нашел я никого, и что? Не, реально, я что-то... Я никого не могу найти. Куда вы все заныкались? В одном месте тусуете? Ага. Приветики, Настя. Да почему? Как ты это сделал? Как ты успел? А как ты увидела? Я не увидела. А я прыгаю и смотрю, там кто-то тусуется. А почему именно? Почему ты пошел на тусуются и тусуются, так потусоваться? Ну, слушай, я убил скольких сейчас? 6, поэтому я думаю, я очень хорошо потусовался. Вот это крутая нычка. Я бы сюда вообще, наверное, даже бы никогда не зашел. Ой, сочувствую. Так, -2, капец, вас очень легко найти. 6 всего лишь осталось. Я знаю еще, кто где прячется, они прячутся вон там. Слушай, хвалится он, ну хвалится. Тебе повезло просто из-за того, что ты нашел как бы меня, большое столпотворение людей, и поэтому ты всех, в принципе, нашел. Ну да, ну я попрошу, смотри, я попрошу, чтобы они не больше тебя не палили. Вот, но тут лажа, знаешь, в чем? Я не знаю, как добраться до одной девочки, которая 100% я знаю, где заныкалась. Которая на этой рамке, что ли? Да, на холодильнике, да, получается, на рамке. Я не понимаю, как туда добраться.
называется? Какая-то телепорталка нужна. Но ты же знаешь карту, поэтому я тебе не буду подсказывать там девочку. Хорошо, да, это я вижу, я убиваю. Не, ну это изи, вот сейчас мне прям класс. О, так. Слушай, вон, ты посмотри, на холодильник. О, на холодильнике она находится. Так вон, как не долететь, тебе надо на пушку. Видишь пушку, посерединке пушка. Вот та пушка? Да, да, ты так и долетишь. Так все, я погнал. Ну минус одна как минимум, но еще осталось 5 человек. Как я должен найти? Блин, это тяжело. Мне кажется, они все спрятались в холодильнике, я не знаю почему. Слушайте, ребята, прямо сейчас, пока я еще всех не нашел, подпишитесь на канал и поставьте лайк, если вы еще не поставили лайк. Я знаю, что много ребят не подписаны. Вы не подписываетесь, как вы, черта. Поэтому я надеюсь, что все вы подпишетесь, потому что вы смотрите прятки, вы смотрите другие мои видосы и до сих пор не подписаны. Обидно. И поставьте лайк, если вам нравится видео. В следующем ролике, если будет очень много лайков, мы будем вдвоем с Настей прозрачными, так что ставьте лайки. Вообще, ты очень мало мест как-то обсмотрел. Нет, я почти все оббежал. Да нифига подобного. Ты в овощах был, ты в овощах не был. Я не был во всех секретных нычках. Я был в овощах. Кто-то рисует, граффити рисует. Сюда, девочка. Я же говорила, ну я же говорила. А где она? Вниз, может, она в этом, наверное, там, где вино. А ты свалился. Я лох, почему я свалился в самый последний момент? Я к ней наконец-то добрался. Не, я думаю, что это можно засчитать. Это можно засчитать. Просто ты не успел в последнюю секунду. Иди сюда! Ну, бывает, лох рождаются такими, да. Я прожила 117 секунд, за что? Так, я выбрал тебя опять стикером. Какой режим хочешь, Настенька? А ты его уже не сможешь выбрать. А вот и смогу, потому что у меня есть робоксы. Потому что я знаю, где их достать подешевле. На сайте FunPay. А еще ребята сделали крутой видос с кучей пасхалок. Зацените, думаю, вам зайдет. Короче, ты мечтаешь стать королем пиратов. Ну а кто же не мечтает? Ведь пираты едят редкие фрукты, выносят боссов эпичными клинками и носят модный шмот. Или, скажем, ты ненавидишь унитазы и мечтаешь устроить им тотальный геноцид. Справедливо, все говно в этой жизни от унитазов. А может быть, тебе для полного счастья не хватает персонального стенда? Такого, чтобы ора-ора-ора и все проблемы в труху. И эта мечта не хуже любой другой. Вот только раньше дорога к мечте была прямой, как шахта лифта. Вел данные кредитки и знай себе трать робоксы на батл-пассы, редких питомцев или дизайнерские скины. Потом наверху началась возня, кто-то задел железный занавес, и тот рухнул вниз, практически отрезав 1/8 часть суши от 7/8. Вот так и получилось. Робоксы там, а бабло здесь. Ну, наш человек привык видеть окно возможностей там, где другие видят лишь жопу. Так что вскоре появились всякие сомнительные сайты, предлагавшие заветные робоксы как бы дешево и типа с гарантией. Вот только пойди отличи честного продавца от лохотронщика. Нужно заниматься поисками, чтением отзывов, которые неизвестно кто написал, и экспериментировать, теряя драгоценные часы жизни, а порой и бабки. Или можно просто зайти на FunPay, сервис, который с 2015 года поддерживает геймеров на пути к их мечте. Только здесь вы найдете десятки тысяч предложений для Roblox. Скины, премиум, аки, на любой вкус и под любой кошелек. И, конечно же, робоксы по самому лучшему курсу и только от проверенных продавцов. Так что нафиг все эти мутные схемы. Просто заходи на FunPay и получи максимум от Roblox уже сегодня. FunPay. До мечты один клик. Два искателя будет. Что ты делаешь? Так, ну два искателя будет, хорошо. Ай, не тот режим! Ну что, поехали, Антон, выбирай давай, что сейчас хочешь, какое у тебя настроение? Сейчас мы с тобой будем играть в режим, который выберу я. Вот мне очень интересно, что ты выберешь. Давай, какой же... Вот два искателя. Блин, неожиданно так. Может, мы вдвоем нормально найдем всех? Мы вдвоем? Так, в смысле, Ты прозрачная? Я кого-то возьму сейчас просто себе в напарники, и мы будем играть. Так, карта у нас детский сад. Ура! Снова в детский сад! Ну, поехали, я знаю тут одну нычку, а ты тут все нычки знаешь? Нет. Ой, кто же это искатель? Не знаю таких. Ну, давай, хорошо, милскилл, сейчас мы посмотрим на то, как ты найдешь с чьей-то помощью. С божьей помощью. Опа, сахарок. Сахарок. А мне бы Линочку. Вот Линочка выглядит как будто вот человек, который может найти тебя. Вот прям такой смотрит, прям в душу. Все, короче, я пошла сейчас прятаться, ты меня не найдешь ни за что. Ты уверена, что это махина не найдет тебя? Слушай, ты не махина, ты фэтбой. Фэтбойчик. Фэтбойчик. Ты че, вот такой стрёмный. Все, мы сейчас прячемся вместе с ребятами. Никто никогда не найдет нас. Я не могу пройти из-за твоего платья, Антон. Ну, чтобы быть прозрачным, на самом деле нужно быть вот таким вот огромным. Поэтому такие вот правила. Почему с помощью моего платья меня могут передвигать подписчики? Это я не знаю. Ты самое главное, запрячься как можно, ну, глубже, куда-то далеко уйди, чтобы я тебя не нашел. А я тебя все равно найду, потому что Антон сканер. Нет, я тебе поддаюсь, конечно, но сейчас посмотрим, насколько быстро ты
меня найдешь. Просто на старте такая стоишь. Здравствуйте, я тут просто постою. Я забыла, что у вас двое. Господи, я пряталась только так, что думала, ты меня не найдешь. Нас уже нашли. Нашли? Убили? Да. Что? -5 уже я вижу внизу сделали. Что? Настя, ты постараться могла? Девочка, которая была с тобой искательницей, она просто сразу же первым делом пошла в то место, в котором были мы. Я не знаю, как это произошло. Ну, вы лохи, конечно. Так, ну мне кажется, мы хотя бы тогда выиграем хотя бы хоть раз. Наконец-то. Ура! Победа! Привет! Ты нашел ее! Ты ее заметил! Как ты догадалась? Мне вот интересно. Ну, поехали дальше. Смотри, 6 человек осталось в укрытиях. Мне интересно, как ты их собираешься искать, потому что 100% остаются как бы те ребята, которые прям против в этой игре. Там человек бежал! Куда я полетел? О, человек. А ты от одного убежал, ко второму прибежал. Да-да-да. И там вот как раз я вижу одного челика. Иди сюда. Вот я вижу, бегает там что-то. Она сейчас к тебе пульнется. Ах ты ж какая. Ага, упала. Поймана на ошибке. Поймана. Она еще что-то рисует. Приветики. До свидос. Боже мой, это было грустно. Это было очень грустно. Осталось 4 человека. Я думаю, за 200 секунд мы точно найдем всех. Тут еще кто-то прыгал, Антон. Ты не ориентируешься на звуки. Я не слушаю, потому что там музыка играет в Роблоксе очень громко. Я что, дурак, звуки еще слушать? 160 секунд, 4 человека. Да блин, я опять в трубу, говно чисто вот это вот попал. Куда ты лезешь? Все, капец, тебе сложно сейчас будет встать. Там, по-моему, кто-то впереди ходил. А, это кого-то нашли. Да, кого-то уже убили, осталось 3 человека всего лишь. Блин, я уверен на все 100, что все верхушки просто прячутся. 100%. Сейчас вверх. Знаешь, какой прикол? Знаешь, в чем проблема? Нельзя посмотреть, кто где прячется. А, ты не можешь подсказать в плане? Я бы подсказала, но я не могу. Да куда ты летишь? Боже, просто упал и летит куда-то. Зачем ты оттуда улетел? Там же вроде девочка была. Да я не знаю. Меня просто выкинуло. Я просто упал и я полетел. По-моему, у меня тоже как-то в видосе был такой момент, что я тоже матюхалась на это, то, что ты постоянно куда-то летаешь. Вот я вижу искателя. Искателя я нашел. Привет. Привет, дорогуша. Где все? Куда они заныкались? 3 человека. Я думаю, это мега сложные нычки какие-то. Но они 100% где-то в текстурах просто залезли и все. Ну так интересно. Нет, дайте выиграть. Тут нельзя в текстурах залезть. Там можно. Да нельзя. Там можно. Кого-то еще нашла девочка твоя. Куда ты в трубу опять летишь? Там сикер девочка нашла еще одного человека, пока ты летал. Класс. Поздравляю. Что это? Черная дыра? Это какая-то ульта. Что это за фигня? Это ульта какая-то. Она, по-моему, кого-то даже убила. Один человек остался. Или мы всех? Мы всех нашли. Она ультанула черной и икрой. А почему я выжила больше всех секунд? Я не знаю. Я была жива? Бонусный режим? Что? Опять? Что это значит? У нас уже был бонусный режим. Я не знаю, что это значит. Но даже нет другого какого-то режима, да? Да нет. А какой режим будем играть? Я бы поиграл, вот где ты можешь быть прозрачной, чтобы было интересно. Низкая гравитация? Не, мне кажется, не низкая гравитация. Скользкий лед. Скильский лед. А карту какой мы хотим? Я не знаю, самолет, кухня. О, пусть будет спальня, давно не было. Хорошо. Антон. Выбирай уже что-то другое. Чтоб не зря деньги тратил. Так, я хочу какую-то карту, чтобы она была интересной, но при этом как бы сложной. Задний дворик. Нет! Хренушки тебе. Ну, почему? Блин, самолет, да? Уютная кабина. Да сама выбралась. Я разнесу тебе кабину. Спасибо, Настенька, конечно, тебе. Так, выбор искателя. 3 человека, нифига да. себе, просто один, жесть. Один точно я, уже все хорошо. Второй это тоже ты. И третий тоже я, надеюсь, нет. Нет, пожалуйста, только не так. Так, хорошо, не я, уже радует. Девочка, конечно, тоже не сильно рада, что она искатель. Ноль эмоций. Но я не стану искателем, у меня как бы шанс 0%. Ну все, тебе хана, со мной девчонки. Блондинки, 2 блондинки. Да, мне хана, я понял. Я вас всех съем. Я выгляжу как будто какой-то богатый чел. У меня тут 2 девчонки, огромное пузо. Я кайфую. Антон, что происходит? Что? Карта. Что с картой? А что с картой? Что это за прикол? Антон, почему у нас магазин? А я не выбирал, была кабина. Где я не знаю. Уютная кабина? Я не знаю. Ну, я выбирал то, что надо. Ну, типа, я не знаю, почему. Ну, может, я ты все-таки... Я вообще не выбирала. Ты снесла кабину, может? Я... Видимо, снеслась. Ну, тогда я тебя найду, Настенька. Что делать, Антон? Что делать? Спрятаться? Я все равно тебя найду. Я не могу пролезть из-за твоего платья. Что мне делать? Пожалуйста, помогите. Выходим на охоту. 2, 1. Поехали. Где же вы? А, скользко. А, о, я сразу -2 человека. Понятно. А, я не могу поймать, блин. Иди сюда. Сюда. Куда скользко?
сидишь, так нечестно! Опа, если бы на меня бежал такой большой парень, как ты, я бы побоялась, если честно. Ну, я давно уже мужчина. Поехали дальше. Нет, в смысле? Да я застряла, ей только поэтому повезло. Так, я тем не менее сношу еще одного человека. Слушай, вы все а тебя убили уже? Да. А, ты лох, тебя даже не я нашел. Да блин, потому что я не могла продвинуться из-за огромного платья, ты понимаешь? Нет, из-за огромного живота. Моя невидимость занимает слишком много пространства. Так, а как отсюда вылезти теперь? Нет, только не вниз. Я не могу вылезти отсюда, Но ты можешь упасть вниз. Так, а там, а ты что делать? И там вылезти. Там можно вылезти? Да. Ты уверена? Я не влажу, я огромный. Ты туда не пролезешь, ты туда не упадешь, ты слишком огромный. О, я сюда вылезу. Оп. Дрифтуем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я тебя вижу, ты уже не скользнешь. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Минус. Тем не менее, карта не кабина, но кабины сношу жестко. Ну слушай, вас три человека, это как минимум слишком дофига, это нечестно. Так, ну нечестно, не знаю. По-моему, класс, мне все нравится. Мне кажется, все другие остались где? В холодильнике, да? Какой ты лох! Что? Почему я лох? Да потому что ты девочку буквально пропустила там, где ты был. Где я был? Я тебе не буду подсказывать, думай сам. Где я был? На этих полках? Куда ты летишь, черт? Я был на полках вот тут. На каких полках? Вот тут, тут подкаста я был на полках. А куда ты боялся? Вниз, куда ты боялся еще свалиться? Ну сюда тоже можешь пойти, да, тут ты тоже был. Что-то такое прям красивое, связанное с Таиландом, есть такое, знаешь. Трава? Чел хорошо спрятался. Куда? Куда он спрятался? Я не вижу его. На вот этом последнем этаже? Нет. Тут нет никого. На втором этаже. Да иди его, я тебя вижу. Не спрячешься, я понял, где ты. Кого ты увидел? Я вообще не поняла. В смысле? Там черный челик стоит. Какой черный челик? Где? Что тут происходит? Что это? Да блин, там где телепорт? Там есть чел, я точно знаю. Я там челика не заметила. Получается, тут два челика. Да я задолбался! Ты сам выбрал такой режим, что ты тут психуешь? Зайди в эту, в банку с вот этими вот. Попался! Приветики. Ты дурак, куда ты полетел? Я тебя все равно грохну. Я полчаса на тебя сейчас смотрю. Ложись сюда! Убил. Все, его нашли. Кого нашли? Я нашел. Вот еще одна, девочка, иди еще один, беги. Иди сюда! Сюда! Давай. Минус. Есть. Yeah. Еще три человека осталось. Ну, Unreal просто. Я в холодильник даже не успею зайти. Ну, ты там где-то... Зачем тебе холодильник? Тебе нужно другое там, где ты вот на бутылочке чуть не упал. Убью! Дай куда ты задрифтила? Нет! Да ты бы нашел эти две девочки, ты бы нашел их. Ты бы точно нашел их и выиграл, но не в этот раз. Зато тебя нашли, ха-лохушка. Так, сейчас мы будем играть в режиме, где, ну, ты должна выжить, во-первых. Я не понимаю, ты прозрачно, это плюс 1000. Ты можешь в стакан какой-то запрятаться, тебя никто не найдет. Какой стакан? Куда-то. Тут карты не... Тут ни одной карты за это время не было, чтобы я залезла в стакан. Ни одной. Да расскажи! Стаканов нет. Сейчас возьмем сложную карту, если тебя даже там найдут. Ну, мы сейчас зомби будем, давай, поэтому можно очень сложную карту взять. Я предлагаю, у нас сложная карта будет магазин. Магазин. Не, давай кухню, либо спальню. Ну, мне кажется, кухня прикольнее. Давай спальню. Bedroom. Если кто-то не знал. Я живу в Таиланде. Настя, я это каждое слово Таиланд буду запикивать. Ты задолбала. Ой, как неожиданно. Ролик, в котором я все время искатель буду. Давай посмотрим, кто с тобой еще будет. А, ты один? Я один. Окей. Почему я один? Потому что зомби-режим. И почему у меня туловище выглядит как нос собаки? Я только сейчас заметил ужас какой. От тебя пахнет говном, кстати. Боже, я очень сосредоточена, мне страшно, я не знаю, куда спрятаться с этим. Ну невозможно, но эта прозрачность мне мешает, я не могу никуда пройти. Ты можешь, просто не хочешь, ты способная девочка, ты способная. Я не могу. Интересненько очень, куда я тут стала, ладно, хорошо. Пуляйте меня ядро, я готов. Знаешь, почему я единственный искатель? Почему? Потому что у нас зомби-режим. Я сейчас так кого-то... Я тебе об этом вначале сказала, господи. Наблюдать за зомби, поехали. О боже, смотрите, это туловище стало зомби. Кто же его решил покусать, непонятно. Поехали дальше, сейчас мы всех найдем. Там девочка слева, я думала, ты на телепортажечку пойдешь, ну ладно. Ну, собственно, сюда ты больше вверх не заберешься своим-то весом. Ах ты скотина какая. Так, от меня девочка упрыгала, а я сейчас пойду вот эту вот соберу. Привет, неожиданно. Хорошо, одна уже есть. Тебе так, немножечко легче сделали. Я знаю, где на самом деле прячутся постоянно люди.
это за подушкой, за вот этой вот. Там никто уже давно не прячется. Реально никого. Ой, куда ты застрял? Куда ты застрял? А ну. Ах ты. Так, а где вы прячетесь все? Ага, я вижу. На самом старте чел запрятался просто в кусты. Это старт, а ты не заметил, что тут челик был? Да! Сюда! Просто жесть, просто жесть. В плане, как я быстро нахожу? Да, я так быстро нахожусь. Сюда! И ты меня схаваешь. Давай, ням-ням. Какой кошмар! Как вы так быстро? В смысле быстро? Я троих всего лишь нашел. Другие никто никого не находит. Потому что нас сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Заблокируйте ей цитаты с ВКонтакте, пожалуйста. Ой, иди в эту комнату, возможно, там кто-то будет. О, кстати, есть кто-то. А, так, подождите-ка, я, по-моему, кое-кого нашел. А тебя там схавали, да? Уже. Блин, да, только что буквально меня съели. Вот, кстати, Настя прозрачная. Я не могу передвигаться, да это сложно. Как эту девочку вот это убить? Антон, я не могу ходить в этом платье. Настенька, ты же девочка, тебе нужно ходить в платье. Но я не могу, это сложно. Просто трындец, я застрею. Я буквально застрею. Осталось всего лишь 8 человек. Всех найдем, я чувствую. Всех. Или нет? Мне кажется, в ванной очень многие должны быть вообще. В туалете. Нужно вот залезть в туалет обязательно. Ну, я сейчас пока что в гардеробке. Мне кажется, там никого не будет. Где? В гардеробке или в туалете? Всегда в толчке кто-то прячется. Ты то же самое говорил про что-то вот до этого. На кровать. Ну, слушай, ну, блин, Лажа. Я уверен, что в толчке, всегда в толчке кто-то прячется. Я. Да. Мы вот, знаете, в жизни в прятки играли, она всегда в толчке голову окунает и думает, ее не видно. Так, пошли дальше. У нас пока что не видно ни одного человека. Вообще ни одного. Я на вентиляторе, но я не вижу никого. Тут есть секретный... Ага. Все. Минус один. А что? Где? Сейчас. Я нашел кое-кого. Прям в люстре двое. Вы что, прикалываетесь? Вообще ложки. Сами взяли тут еще сердечки нарисовали. Ну, палятся, а что поделать? А если бы не палились, то вас бы и не нашли. А, нифига себе, так вот где ты вообще? Да, и я сейчас пойду вот это вот соберу. Собрать тебя! Блин, не долетел тяжелый! Реально не долетела завеса? Да, мне просто перекинуло, я не понял, что произошло. Ты слишком легенький. Тут так. Никого нет, Антон, буквально никого нет. Где эти 5 человек? Так, я вижу одного, но я к нему уже не долечу. Я тоже вижу одного, вот упала. В зомби-режиме не найти всех, они самые очевидные челики были. Я как будто сам всех собрал. Это просто офигеть. Ладно, ребята, в следующий раз мы будем с Настей вдвоем прозрачные и посмотрим, как нас будет находить. Да, Настя? Да. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, если еще не подписаны, не поставили лайк. С вами был Милскелл и Настя. Всем удачи, всем пока. Пока.